Лес загадочный, других грибов нету пока. Мухомор мне сказал: иди вперед, под осиновики найдешь, а меня не трогай. Так я и сделала. Мухомор оставила в лесу, а сама пошла за подосиновиком. Вот этот мне не нравится, и я его брать не буду. Боже мой, как я снимаю! Я снимаю на монитор. Фу ты, боже мой. Думаю, что-то я не могу поймать этот мухомор. Я на этой камере привыкла в объектив снимать. Тогда лучше получается. Тогда и солнце не поймаешь на этот монитор. Ух ты, как хорошо в объектив снимать. Супер. Цветная картинка. Все нормально, солнце не попадает. И камера меньше дрожит. Четко. Подберезовик отличный. Просто супер. Сразу вижу, что хороший. Ну, здесь леса получше, приятнее ходить. Не такие частые кустарники. И все-таки какие-то грибочки попадаются. Хорошо. Это уже наши места, поближе к нашим местам. Саша шел-шел-шел и нашел. Вот такой вот он. Ну, показывай, что ты там нашел. Уже недалеко от машины. Весь лес прочесали, грибов не так-то уж и много в этих местах. Ну ладно, все. Да. Давай. Все. Пока я раздумала, в какую сторону мне бежать, где наша машина. Для меня это бывает проблемой. Вот что увидела. Подосиновик. Так, Саш, может, ты сюда залезешь, а то мне его трудно будет добраться до него. С этой стороны как-то. Тут у меня кусты еще впереди. Вот такой красивый. Хорошо. Да, ну здесь уже все окраина. Ну вот край леса, а грибы у нас тут есть. По-моему, это край леса. Мы идем к машине. Вдвоем. А тут кусты такие. Осинник. Вот такие вот места. Ну что ж, забирай, смотри, какие грибы. Ну, два грибочка. Ну так главное, что они на дороге. Под березками. Смотри. Под березками. Да. А здесь же, видишь, поле, полянки какие-то. А дальше лес. А дальше лес. Нет, здесь уже не скучно. Здесь уже веселей. И ходить приятно. И грибы попадаются. Ходить не тоже. Нет, не очень-то приятно. Ну, такие вот. Между этими осинками я спокойно пролажу. Ну, те два грибника толстых, злых, здесь не пролезут. Это еще здесь редко. Как-нибудь проберутся. Кстати, они сегодня заблудились. Им дяденька показывал дорогу, которой дяденька из Купина мне попался сегодня. Недалеко. Вот еще заметила. Чего ж ее не заметить, такой большой дылда. Ну, какой. Красивенькие. Они чистенькие, трубочки все чистенькие. Наверное, мошки нету. Ой, это Сашин подберезовик. Ну-ка, показывай свой подосиновик. Ну, там дальше. Сейчас ну, режу, пойди. Ну, режь ты его, режь. Ну, вот он нашел. Этот подосиновик, а у него еще вот здесь вот пару штучек грибочков, которые он без меня срезал. Хорошо. Ну что, выходим, это край леса. Поедем дальше. Здесь проверили, здесь нормально. Здесь не скучно. Ну, хороший, да. Красавчик. Я подумала, что я его снимала. Я думала, что я этот снимала и ушла, и забыла его. Так бывает у меня. Забываю забрать. Или ножик оставлю. Ну, ладно. Давай, срезай, залезай сюда. Ну, мы так никогда не уйдем. Без обеда я останусь сегодня, а? Да. Хорошо. Интересно. Слушай, мне же надо опята проверить лес мой. Дикий тот.
Ладно. Все, уходим мы из этих мест. Леса здесь хорошие, грибы здесь есть. Но нам пора уже ехать. Другой лес. Вот хороший лес. Вот хороший лес здесь. Мы здесь проверим немножко свои места. Уже пообедали. Погрелись. Проверим свои места еще немножко и поедем дальше. Лес приятный, но грибы подберезовики. Ну и пусть подберезовики. Пусть подберезовики. И то интересно попались все-таки. На минутку зашли этот лес проверить. Посмотрим, что здесь есть. Попадались одни подберезовики. Ну, я уже не стала их снимать. Они среднего размера, обыкновенные. Ничего такого красивого нет. Просто обыкновенные подберезовики такие. Не очень толстые ножки. А тут хоть одно развлечение мухомор попался. Ну, волшебный гриб. Должно мне повезти в конце концов. Ладно, идем дальше. Долго я тебя искала, но в конце концов нашла. Но в конце концов нашла. Это ж надо. Это самое. Здесь пробежали двое толстых тетка-дядька грибника злых. Они заблудились. И купринский дяденька выел. Он из Куприна приехал на мотоцикле. 4 километра, оказывается, здесь до Куприна. Надо когда-нибудь на экскурсию съездить туда. Ну вот, я на выходе в конце концов нашла, потому что здесь столько народу пробежало, и его не заметили. А сейчас мы отправляемся в другой лес. Что-то я снимаю. Просто так, говорю сама себе под нос. Вот, такой лес здесь сегодня. Саша! Нету Саши. Подберезовики молодые. И вот постарше, но он чистенький на вид. Очень даже хороший. Я его срезала. Трубочки беленькие, красивенькие тоже. А это малышка. Пойду, Саша что-то нашел. Вот Саша нашел. А я только подберезовик. Хорошо. Красавчик. Все в одном месте. Все в одном месте. Получается очень красиво. Сейчас еще где-то подберезовик, да? Вот за кочкой подберезовик. Солнце отсвечивает, мне не видно, но надеюсь, что камере видно. О, где он там? Очень солнце большое. Ну ладно, все, выключаю, ничего не вижу. Ух ты! Подосинок. Все в одном месте. А я убежала влево, бегала, нашла один только подберезовик. И то порядочный такой, ну, беленький, хорошенький. А у него тут еще, ну, этот уже не очень, палку. Ну, ладно, палка мне не мешает, этот тоже. Неизвестно, что они такие, на вид крепкие. Вот, я нашла подберезовик зато большой. Хоть он будет красивый, красивее всех его грибов. Подосиновиков тех. Нет, там у него красивых пару штук было. Ладно. Просто мне уже надоело по этим дебрям, по таким тут лазить. Без толку, это не наш лес, а чей-то чужой. Мы сюда с проверкой приехали. Обычно мы поближе. Бываем, много там грибов. А здесь, чем дальше в лес, тем меньше их. Ну вот еще рядом. Что-то я тут разболталась. Еще какой-то рядом. Подберезовичку. Поменьше хороший, побольше у него ножки точка. Даже покажу сейчас, как камера моя хорошо берет эту точку. Сейчас мы его разрежем, все-таки на всякий случай проверим. Если он хороший, я его могу взять. А здесь красивый лес. Какая хорошая погодка. Как ярко светит солнце, сказала кошка. И отправилась дразнить Арнава. А мне некого дразнить. Не хочу никаких грибов, я уже устала. Камера моя новая, не новая. Но заглючила. Снимаю на старую. Хожу себе как дура. Здесь, в этом лесу скучном.
Хотя здесь и есть подосиновики и подберезовики. Скучно. Уже веселей, волшебный гриб попался. Значит, хорошо. Волшебный гриб. Мухоморчик. Красивенький. Лес загадочный. Других грибов нету пока. Все на этом. Всем пока-пока.